Ну и давайте пройдемся по мультифлорам. Сорт Инсбург. Цена 250 гривен. Розеточка компактная. Красивая желтая серединочка. И цена приятная. Ребята, вот это какой-то блэк, не знаю, но это не черная птичка. По цвету, по структуре цветка очень плотный цветочек, очень похож. Два цветоноса. Второй, вот видите, как сложила. Ну, вот ей так захотелось. Вовремя совелонит не заметила, поэтому вот. Поэтому она попала к нам в миксах. Ребята, цена 250 гривен. Я не знаю, почему она у нас еще задержалась. Ну, наверное, не пришел достойный коллекционер. У меня просто, если бы у меня таких вот черненьких не было, то я бы вам ее сейчас не снимала, если честно. Уже бы она была у меня дома, но у меня просто такого плана очень много уже. Шикарная. Корневая у нее хорошая. Вот сейчас я вам поверну, покажу. Вот, пожалуйста, корешочки здесь есть. Вот она, вот второй цветоносик вот так вот завернула. Я уже говорила, еще раз скажу, я люблю вот пастельные оттенки, люблю вот такие вот черненькие. Шикарно, просто шикарно, очень красивая. Она чем-то мне напоминает Broken Heart, разбитое сердце. Сорт не пробит, если честно, в интернет не заглядывала, не смотрела, но шикарная, очень классная. Белинцона. Одна уже живет у меня дома. Это восковичок. Очень плотный цветочек. Ребята, цена 250 гривен. Только лишь потому, что немного, как видите, цветов. Сорта вот эти вот очень хорошие. И вот еще одна белинцона. У нас их две штуки. Но сорт действительно достойный. Цена 250 гривен. Вот этот красавчик вообще 200 гривен. Ну, вот так вот мы получили. То есть, видите, растение компактное, мультифлорка. Это взрослые растения, это не подростки, как видите, в 12-м горшке. Такой один. Сорт Эсме. Ребята, если честно, я не помню, чтобы взрослые растения, вот такие сортовики, были по такой прекрасной цене. Взрослое растение, цветущее, цена 250 гривен. Сейчас подростки дороже. Сорт очень интересный, это тоже восковичок. И у него, сейчас покажу, видите, у него лист такой с розовиночкой даже. Такой вот очень интересный. Эсме, цена 250 гривен. Этот, сколько я ни стараюсь, не могу сорт вспомнить. По цвету похож на мукколу. Цена 200 гривен. А вот эта красоточка еще и ароматная. Два цветоноса 250 гривен. Сорт Red Star. У меня сейчас такая цветет. Самое интересное, она начинает расцветать вот так вот красная, а потом становится, наверное, красно-оранжевая. Пахнет только в первой половине дня, но цветет довольно долго. Очень благодарна на цветение. Всегда два цветоноса у нее. Red Star. 250 гривен, два цветоноса. Это опять-таки не помню сорт. Тоже она ароматная, она у нас когда-то уже была. И тоже, ребятки, два цветоноса, 250 гривен. Ребятки, снижена цена вот на вот это растение. Это ароматный желтый ампельный. Цена 350 гривен. Все цветоносы, как видите, живые. Цветоносов много. Корневая шикарная. Ребятки, есть у нас одна парфюмерная фабрика свободная. Цена 500 гривен. Это диффузия. И завтра, скорее всего, мы получим небольшой дозаказ. У нас еще должен быть сеншен. Ребятки, я в Вайбере снимала коротенький анонс по ароматным. Кому там не хватило, пожалуйста, не напишите, а позвоните, потому что их будет там, ну, штук 5 всего лишь, их немного будет. Поэтому позвоните мне сразу, как только я выставлю анонс. И есть у нас один свободный Леодор. Это тоже из ароматных. Для тех, кто не знает, повторюсь, уже я говорила, каждый раз, когда снимаю Леодора, всегда говорю, что Леодора в течение 3-4 дней чаще всего, не 100%, но чаще всего сушит цветы и бутоны. Но так как у него револьверное цветение, он дома доращивает и цветет. Это сорт такой, это не зависит ни от нас, ни от почты. 99% вы получите его без цветочка. Леодор — это ароматный сорт. Скажу честно, откровенно, что ну, очень многие, у кого нет его в коллекции, хотят его в коллекцию. Поэтому, ребятки, свободные один, остальные все были у нас по предзаказам, по предброням. Поэтому, кому нужно, звоните. Цена 360 гривен. В уценках, смотрите, у нас есть шикарнейшие сорта. Black Stripes есть, Карина есть, есть это Альбуфера. Ну, очень много хороших сортов. Вот эта красотулечка стоит 300 гривен. Название сорта, к сожалению, я не знаю. Ребят, может, у кого-то в коллекции есть, поделитесь названием, пожалуйста. Очень она красивая. Такая красотулечка у нас одна. Пушистая. Но сорт, к сожалению, я не знаю. Ребята, и так как я снимаю поздно вечером, ну, вот этот сорт я не могу вспомнить. Цена 250 гривен. Сорт, простите, не помню. Мультифлорка. Обильно цветущее, растение молодое, поэтому, как видите, здесь не очень много цветов, но относительно немного. Но вот эти сорта, смотрите, они бесконечно цветут, просто бесконечно. И цена замечательная, 250 гривен. Если я вспомню название сорта в процессе того, как я снимаю видео, я, конечно, вернусь к этому сорту. Напрочь вылетело название, не могу вспомнить. Ну и, конечно, у нас спрашивают, что есть кроме орхидеи. Ребята, у нас кроме орхидеи много всего интересного есть. Вот такой вот хлорофитум. Смотрите, какая очаровашка. У меня тоже есть такой. Мне он чем нравится. Его не обязательно ставить на яркое освещение. Если будете ставить на яркое освещение, не будет у него такие вот ярко-оранжевые черешки. Вообще не требовательное растение. Абсолютно. Как видите, у нас есть красивые такие горшочки керамические. Горшочки такие есть у нас разного цвета. Есть оливковые, оранжевые, нежно-розовые, белые. Есть вот такой вот горшочек. 65 гривен. Хлорофитум 350. Есть у нас кротоны, шефлеры, замиокулькасы, кактусы, суккуленты. Ну, у нас много всего интересного. Кактусы у нас есть как попроще, так и вот такие вот интересные. Кстати, ребята, кому интересны кактусы и суккуленты, сброшу вам прайс по предзаказу, то есть можно заказать интересные сорта кактусов, ну, если кому кто-то есть, ну, люди же не только орхидеями увлекаются, кто-то любит и кактусы, поэтому есть очень такие интересные. Что-то есть у нас в магазине, что-то можно заказать. Антуриумы. Вот это, что вы видите, это 250 гривен, а это 300. И сейчас хочу вам показать еще один красавчик. Он действительно такой черный, ребята. Он правда черный. Сорт называется «Черная любовь», Black Love. И цена у него замечательная. 280 гривен. Ирочка Соловьянова. Это, наверное, ваш. Если у вас нет такого в коллекции, он очень красивый. В природе крайне редко бывает вот такой вот цвет. Потому что черный, как правило, он условно черный. Но этот, как видите, действительно черный. Хочу напомнить, что у нас в ассортименте есть горшки, кашпо, горшок плюс кашпо. У нас очень большой выбор различных диаметров, соответственно, и цены разные. Химикаты, удобрения. Для цветения, для обработки. Есть абсолютно разные. И хочу вам показать, мы получили мелузу. Состав у нее точно такой же, как у лечузы. Поэтому, ребята, кто хотел лечузу, пожалуйста, кто заказывал, я завтра всем напишу, кто просил по предброням. И есть у нас немножко свободных. Ну и, конечно, у нас есть живой мох. Мелуза стоит 80 гривен, 1,5 литра, не на вес, а на литраж. Мох, как видите, литр, ну пакет очень такой набитый, 35 гривен. Феностекло 50 гривен. И, ребята, вот смотрите, у нас в магазине стоит открытая упаковка с корой. То есть, чтобы люди видели, что мы продаем. Есть, вот, пожалуйста, вот это для взрослых растений. 4 литра 70 гривен. Кора шикарная. Не ищите вот ничего другого. Уже за столько времени, сколько вот наш магазин работает, поверьте, перепробовала очень много. Но здесь цена-качество очень хорошая. Есть для подростков, но этот открывать не буду, открытого у нас сейчас нет. Этот мелкий. Этот, который для подростков, 2-литровый, 2 литра 40 гривен. Ребятки, всем приятного просмотра. Ждем вас всех в Вайбере. Если кто-то не может самостоятельно добавить свой номер телефона в группу, звоните, либо пишите, добавим вас. Всем пока-пока.